Приветствую, друзья, вас на своем канале «Кладоискатель. Эволюция поиска». Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам мира, добра, здоровья, всего самого хорошего и приятного в новом году. А все, что было плохое, пускай останется позади и никогда не возвращается. Друзья, это вид из моего окна. Так у нас техника чистит дворы. А показать я вам хочу небольшой кусочек. Это парк Царицына. Вот он. Так у нас все заснежено. А вот это сам парк, который построила Екатерина II. Вернее, начала строить и не достроила его. А уже наше правительство, уже в 2000-х годах, уже где-то 2000, не помню сейчас, в 2013 году завершило строительство этого парка. Вот такие вот красоты. Снимаю с неудобного положения, поэтому извините, друзья, за то, что, может быть, камера трясется, хотя и вроде бы стабилизация есть, но когда приближаешь камеру, все равно все ходит. Вот такие вот у нас красоты. Как-нибудь я вас поближе еще раз познакомлю с парком. Есть у меня одно видео на канале, но снято не этой камерой, другой. Поэтому, друзья, кто хочет, может посмотреть.
Ну вот, друзья, посылка готова Сибирскому саду. С наступающим, Сибирский сад, вас и с победой в конкурсе номер 2. Желаю вам счастья, здоровья, самое главное, и, конечно, развития дальнейшего канала. Всем, друзья, удачи. Принимайте участие в последнем финальном конкурсе, и ваша посылка будет также добавлена и напичкана самым приятным и необходимым. Всем, друзья, удачи в конкурсе, в последнем финальном. И я хочу, чтобы каждый из вас выиграл, но, к сожалению, приз только один, и он большой. Так что, друзья, конкурс состоится 24 декабря. Я подожду до 20 часов по московскому времени и начну розыгрыш. Видео выйдет 25 декабря в 11:15. Если какие-то будут изменения, вы об этом узнаете на моем же канале. Всякое бывает, техника ломается, что-то не хочет записываться. Поэтому, друзья, победителя последнего финального конкурса вы узнаете 25 декабря в 11:15. По московскому времени. Всем, друзья, удачи, хорошего настроения под Новый год. Не прощаюсь с вами. Всем пока.